снаряды именно артиллерийские. Ага, понятно. А вот и лежит, я так понимаю, артиллерийский, да, вот это? Да, 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 вот такие и прилетали. Ну да, 122. Где? А. Ой, еще один. А это не разорвавшиеся, да, все были? Ну, он, видимо, вез. Это Укровский Урал. Он, видимо, вез снаряды вон танковые. А, угу. А откуда? Танковые, а это просто от Д-30 гаубицы. Она же Акация 2С1. А дальше Логвинова по трассе. Логвинова, вот оно. А, вот оно. Вот так оно, вы не узнаешь, что ли, вон та остановка, которую брали когда? Там всего один дом такой более-менее целый остался. Угу. Но тут страшный бой был. Это 66-й, это наш? Укра. Ого, башня танка валяет. А где сам танк? А это все, что от него осталось, вон кусочки. Ага. И они разбросаны по округе намного. Ничего себе. Метров. А чем его так? Смотрите, Укра. Вернее, танкист? То, что осталось. Не знаю. Ух ты, ёпта. Там только кусок. Понятно. Асфальт. Тоже Укр, да? А? Украинский? Укр. Да вон они. А когда они погибли-то? Вот, посмотрите. Ой, ебан. А когда они погибли-то? Когда это было? Ну, что вам не скажу. Ну, тут бои были основные, да. А, ну, то есть, дозы, когда там официально не сказали, что вышли якобы. Ну, вон валяется. Угу. Там много людей. То есть в самой деревне часть трупов поубирали. Но. Понятно. Давай вам дальше куда идти? Вода. Ну, я думаю, не сегодня, но завтра с утра. Команда не вон здесь близко. Ой, это БШ. Вот уже видно, вот она уже. Ну, там здесь стримирная жизнь идет, вон, КТС коптит. То есть, как бы там уже дальше все, то есть это крайний блокпост, да? Вроде как танки ездят, но не знаю точно, в воде информации. Я понял. Вот местные ребята не сказали, туда пока не лазить. Хорошо, выглядим. Ну, целая она просто улетела с дороги. А, это все укроповская, да, стоит? Не-не-не, часть наша. Ага. Это наш. Урал. Вот да. Тот БХ целый который. Понятно. Какой ужас. Это, конечно, какой-то ужас был. Это легендарная деревня Логвинова. В кавычках легендарная, что шли очень тяжелые бои, сюда пытались выскочить из котла. Что там по телевизору говорят? Укропы. Хоть что там, хоть что. Да бальцу вообще свободно, мы сегодня покатались по всему по нему. Наши войска здесь тоже понесли, к сожалению, потери. Вот, ну сейчас. Когда у нас, что с ним случилось, можете сказать? Без головы. Угу. В бардак попало, короче, РПГ снаряд. БРДМ, да? БРДМ, да. Два человека без голов. При прорыве или просто бои, когда шли? Шли, короче, по ходу за КамАЗом. КамАЗ стоит 20 метров от бардака. Угу. Полный зарядов на РПГ. Угу. На, это, на, 120, на 120 миномет. Угу. Это не тот, который в канаве здесь валяется? Не-не-не, это там, угу. Хрен знает где, угу. Короче.
Когда ехали забирать, потому что бардак обшитый под это. Под жиначку нас нашел. Вот он его военник. Нет. 150 гривен у пацана лежало. То есть там видать, деньги видать, зарплата. Вопреки распространенному мнению, вот, у вас деньги лежат на месте, никто их не забрал. Не-не-не, они это все мы отправим в штаб, в генштаб. То есть документы, деньги, все это уйдет туда. Это сегодня, да, я так понимаю? Да, это вот, мы только вернулись. А погибли они тоже сегодня или. Погибли мы их. 6 когда? Дней 6 назад. Да не, меньше. Меньше. 6 дней. Нашли, сначала нашли КАМАЗ, потом группа пошла посмотреть, что в КАМАЗе. Уже на следующий день. Так еще раз, то есть они из котла шли или наоборот в котел? Как вообще? То есть... Из котла они шли забрать свои заряды на 120-й миномет. Из котла, а, понятно. То есть за снабжение, грубо говоря, это было? Да. Все слышишь же этих, мы что, позавчера, понял, тоже 30.07, они с одной части. А что это часть? Киев. Не, Житомир. Житомир. Ну, под Киевом. Житомир, 30.07. А прописка есть у него в паспорте? Откуда он сам родом? Житомир. Паспорта нет. Паспорта нет. А, это разные люди, да? То есть паспорт. Нет, это один. Это военный билет и права, это одного человека. А, все, понял. Вот же. Житон. Что тут у нас? Нет, дизайн, товарищу Порошенко. И десантников 29-й и 79-й. Да, мы их в Иловайске очень любили. Да, долбили. Нехорошие они люди. Служили вместе, потом херню стали страдать. Пускай приезжают, танчик берут свой. Какие-нибудь позывные или как, кроме как того, что мы в Логвинова находимся, сказать можете? От позывной крала. От грамма тоже, который скончался, блин, под волновахой, что рассказывали. Живой, 4 раза.